Всем привет, ребята! И сегодня будет видео из одной из ваших самых любимых рубрик. Это модные-стилистические ошибки, которые мы часто совершаем. Недавно я сидела и думала над новой информацией для этой рубрики и поняла, что есть такие вещи, о которых мы вообще никогда не задумываемся. И сегодня решила вам о них рассказать. Кстати, видео, которое я снимала с наглядными ошибками со своей сестрой, я буду снимать еще такие видео, поэтому обязательно ждите их, они скоро будут. Мы с сестрой еще составим несколько образов и разберем конкретно на примере ошибки. Мне кажется, это очень круто смотреть именно, как это все работает в действии. Сегодня просто поговорим о каких-то вещах, о таких маленьких незаметных деталях в наших образах, которые иногда могут его испортить. В общем, да, если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь и давайте начнем. Первая вещь, о которой мы не задумываемся часто, мы вообще на это не обращаем внимания, но это портит наш образ. Первое, о чем хочется поговорить, это растянутые принты. Например, когда вы покупаете какую-то одежду, вы надеваете ее на себя. Мы с вами уже говорили о том, что принты должны быть качественные, должны быть ровно нанесены, должны быть ровные стыки. Принт не должен быть в пикселях, это понятно. Но когда мы все это проверяем, мы забываем о том, что когда мы надеваем на себя вещь, принт на нас не должен растягиваться. Например, в области груди принт не должен растягиваться, он не должен превращаться в какую-то растянутую непонятную кляксу. Он не должен плыть, не должен расходиться, не должен никуда уезжать. Он должен смотреться так, как он смотрится на вещи, когда она висит на вешалке. Чаще всего это связано с тем, что мы берем неправильный размер одежды. Например, берем какую-то футболку с активным принтом вот здесь и надеваем ее на себя, имея какие-то, допустим, достаточно объемные пышные формы. Мы надеваем такую вещь на себя, и наш принт просто растягивается. Тем более, если это какая-то аппликация, знаете, которую нельзя еще утюгом проглаживать. Такие аппликации, если они растягиваются, они имеют свойство трескаться, и ваш принт, соответственно, испортится после того, как вы наденете эту вещь первый раз. Всегда следите за тем, чтобы принты не растягивались, не плыли, не ползли, не трескались. Ничего такого с ними не происходило. Потому что, во-первых, это портит вещь. Во-вторых, сразу видно, что вещь вам, допустим, не по размеру. И если нет нужного размера вещи, то есть вы надеваете и принт растягивается постоянно, лучше такую вещь не брать, лучше вообще воздержаться от нее, взять, например, то же самое, но без принта. Я знаю, что такое часто бывает, это такая проблема девушек, наверное, у которых какая-то объемная достаточно грудь. Для многих девочек очень сложно подбирать вещи, у кого какие-то пышные формы, а очень сложно иногда подобрать какую-то вещь с принтом. И когда тебе очень хочется вещь с принтом, и ты думаешь, блин, ну все равно возьму, забываем о том, что принт — это тоже та вещь, которая не должна как-то портить наш образ. Если принт у вас растрескавшийся, если он растянутый, если он поплыл куда-то, если он растекся абсолютно по вашему телу, все это будет дешевить образ, это будет его делать не собранным, не аккуратным, поэтому следите за такими вещами, это очень важно. Следующая вещь, она тоже относится к предыдущей. Это такие, знаете, ошибки в выборе брюк, джинсов, не знаю, леггинсов и чего-то такого. Опять же, у нас на брюках, на джинсах, на леггинсах тоже бывают принты. Я сейчас говорю о принтах типа клетка, полоска, допустим. Также у нас бывают не только принты, но еще и стрелки. Так вот, клетка, полоска и стрелки — это тоже такие вещи, которые должны быть ровными на ваших ногах. Не потому, что это некрасиво, когда они растягиваются, а потому, что такие принты за счет своей геометрии, они могут искривлять ваши ноги визуально. Если у вас абсолютно прямые ноги, если принт и вот стрелка даже на брюках выглядят криво, ваши ноги тоже будут казаться кривыми. Я когда-то об этом уже упоминала, но не так подробно касалась этого вопроса. Так вот, если мы выбираем брюки с стрелками, стрелка должна быть идеально ровной. То есть вот, вы надеваете брюки, стрелка никуда не перекашивается, она не заламывается, она под коленкой не собирается. Стрелка должна быть идеально ровной. Для этого брюки должны на вас сидеть хорошо и должны сидеть на вас свободно. Потому что если вы берете, например, какие-то, не знаю, брюки, которые вы надеваете не в обтяг, но у них есть стрелка, стрелка обязательно исказится по вашим ногам, и ваши ноги будут казаться кривыми. Для этого и нужны стрелки, они, собственно, создают вертикаль, они вытягивают наш силуэт, и плюс они выпрямляют немного наши ноги, наш силуэт в целом. Поэтому стрелку обязательно мы держим в ровном абсолютно состоянии, это очень важно помнить. Я иногда вижу на улицах, что стрелки бывают кривыми, косыми, перетянутыми, обтянутыми. Такого быть со стрелками абсолютно не должно, они должны смотреться свободно и супер ровно. То же самое касается полоски на брюках, на джинсах, на леггинсах. Вообще лучше избегать обтягивающих моделей в полоску, потому что она обязательно повторит все
ваши изгибы, исказит ваши ноги, тем более, если это контрастная полоска, например, черно-белая, там, не знаю, красно-черная, ну, контрастная полоска, она обязательно будет искажать ваши ноги, они будут казаться ужасно кривыми. Это важно помнить. И, конечно же, если это клетка какая-то на брюках, на джинсах, на чем бы то ни было, на ваших ногах, клетка тоже должна смотреться ровно. Клетка вот не должна перекашиваться, она не должна съезжать, она должна геометрично ровно смотреться на ваших ногах, потому что, опять же, она может немножко искривлять, ноги может портить силуэт и все абсолютно визуально искажать. Так что присматривайтесь к таким вещам. Мы о них абсолютно не думаем, потому что иногда мы видим вещь на вешалке, и мы думаем, о, вот это классно, вот это супер, но нужно посмотреть, как это будет на вас смотреться. Возможно, если вы не хотите подчеркнуть какую-то форму ног, которая вам не нравится, допустим, у вас не слишком прямые ноги, бывает такое, у меня тоже не прямые ноги, они у меня немножко такие как бы выгнутые, из-за того, что у меня плоскостопие, у меня ноги не идеально прямые, у меня под коленкой немножко есть искривление. Так вот, если у вас есть такая проблема, лучше избегать вещей, которые изначально уже могут искривить ваши ноги еще сильнее. Следующая ошибка – это сочетать черные вещи, неважно, это будет водолазка, джинсы, брюки, все что угодно черного цвета, с ворсистыми светлыми вещами. Например, у вас черный свитер и какая-нибудь ворсистая светлая шуба, или у вас черная водолазка и ворсистый какой-то пиджак светлый. То мы, например, когда сочетаем какую-то водолазку с таким шерстяным пиджачком, этот шерстяной пиджачок иногда имеет свойство оставлять ворсинки. Если он будет контрастный по отношению к вашей черной водолазке, все эти ворсинки обязательно прилипнут и будут видны. И даже если вы почистились перед выходом, то есть почистили с себя шерсть животных, все какие-то ворсинки с вашей водолазки или с рубашки, например. И у меня, кстати, наверное, даже сейчас есть какие-то маленькие ворсинки на этой водолазке, потому что я на этой рубашке, точнее, потому что я постоянно с животными, у меня постоянно здесь все в воздухе витает, но я стараюсь чистить, но это идеально не получается. Если бы я еще носила какие-то ворсистые, контрастные одежды сверху этой рубашки, это было просто ужасно. Так мы об этом не думаем. Мы почистимся и потом накидываем эти ворсистые вещи сверху наших каких-то черных абсолютно вещей, и потом получаем испорченный абсолютно образ. Вроде чистились, а потом сняли пальто. Пальто, кстати, часто бывает ворсистыми. И все, у нас все опять грязное, опять нужно чиститься. Поэтому за такими вещами стоит следить. И тем более, если вы не хотите попасть в просак, не хотите, чтобы ваш образ был неаккуратным, лучше не использовать черные вещи с какими-то ворсистыми светлыми вещами. Следующая ошибка – хранить свитеры, какие-то трикотажные изделия, вязаные изделия на вешалках. Чаще всего это, конечно же, относится к свитерам. Мы не храним свитеры на вешалках, даже если в магазине свитеры висят на вешалках, иногда они имеют свойство растягиваться. Поэтому так часто свитеры в магазинах кладут на полки, складывают их и выкладывают в основном на полках. Но я и в магазинах часто вижу, как свитеры хранят на вешалках, но там они их вешают таким образом, что свитер висит очень ровно по плечикам, он нигде не вытягивается, но он в целом вытягивается сам по себе. Поэтому все-таки лучше хранить свитеры на полке, складывая их, чтобы этот свитер вам прослужил дольше, потому что все трикотажные изделия, все изделия шерсти, они именно растягиваются, когда висят на вешалке. Это очень круто, это очень удобно, когда у вас есть рейл и на нем огромное количество вешалок, вся одежда там висит, она не мнется, но свитеры и вещи из трикотажа, они и так сами по себе не мнутся. И как только их надеваете, они сразу расправляются, поэтому нет смысла какого-то хранить их вот в таком подвешенном состоянии. Следующая ошибка, я это говорила в антитрендах и называла эту вещь антитрендом, но я сейчас понимаю, что это, скорее всего, ошибка такая, которую нужно дополнить дополнительной информацией. Крутая тавтология, в общем, я надеюсь, что вы понимаете. Я сейчас говорю о телесных оттенках, в частности, о бежевых, обо всех вот таких оттенках, которые подходят к цвету нашей кожи или чуть-чуть отличаются от цвета нашей кожи, незначительно. В общем, я сейчас говорю о лосинах, о леггинсах, о джинсах скини, именно в таких вот телесных бежевых оттенках. Почему это ошибка носить такие вещи? Потому что они выглядят как вторая кожа, они вас обтягивают, и часто это выглядит так, что вы вообще без каких-либо брюк, джинсов и всего остального. Бежевый низ должен быть достаточно объемным, то есть это не должны быть брюки в облипку, это не должна быть какая-то юбка-карандаш абсолютно вас обтягивающая, потому что тогда это все будет выглядеть так, как будто низа у вас абсолютно нет, тем более, если у вас еще контрастный верх ко всему этому. Издалека это всегда так смотрится, я когда вижу девушек на улице именно в обтягивающих абсолютно джинсах скини телесного оттенка, мне кажется, что они идут абсолютно голыми. Бежевый низ, низ в оттенках телесных, подходящих под вашу кожу, должен быть либо очень свободным, если это касается брюк,
брюк, чтобы видна была их текстура. Было видно то, что они присутствуют, что они переливаются, что они как-то повторяют изгибы вашего тела. То есть они просто как бы идут за вами, у них есть какое-то движение, есть какая-то активность внизу, чтобы понятно было, что это брюки или джинсы. У них должны быть какие-то, например, элементы еще лучше всего, например, стрелка на них или какая-то очень интересная фактура. Тогда это будет смотреться очень красиво. Если у вас еще и кожаные леггинсы под цвет вашей кожи, это будет совершенно смотреться так, как будто это ваша вторая кожа. Так что стоит таких вещей избегать, они смотрятся странно и довольно-таки нелепо. Если берем бежевый низ, то он должен быть достаточно объемным, он должен быть свободным, не прилегающим. Пусть это будет хотя бы полуприлегающий силуэт, который создает какой-то воздух между вашим телом и одеждой. Сегодня это все, надеюсь, что это видео было для вас полезным. Я уже абсолютно вся в шерсти своей кошки, больше на диване видео снимать не буду, я подозреваю, потому что здесь у меня кошки всегда трутся, лежат, и здесь абсолютно всегда можно найти какие-то шерстинки в огромном количестве. Так что нет, это моя модная ошибка сегодня была снимать видео на диване. Увидимся очень скоро, заглядывайте ко мне в Instagram, там всегда очень много апдейтов различных, обновлений, фоточек, и, в общем, да, буду рада вас там видеть. Всем пока-пока!